Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Кому не сложно, подписывайтесь, обязательно ставьте лайки авансом. И сегодня у нас долгожданное разнообразие, которое вы так ждете всегда. У нас говяжья печенка. Хотя я вот, например, снимаю что-то необычное, да? Например, недавно синабоны сняла, которые не были на канале уже, наверное, год. И мне все равно потом пишут, а где разнообразие? Я, казалось бы, стараюсь снимать что-то разнообразное, но почему-то людям либо реально это не видят, эти видео не выходят в рекомендации, либо просто пытаются как-то пристыдить. Но вообще в последнее время стало как-то менее агрессивно реагировать на комментарии. Просто попросила маму удалять совсем прям такие оскорбительные. И мама смотрит. Кое-что удаляет. О чем мы сегодня будем говорить? Нашла интересный вопрос от Анастасии23. Настюш, тебе огромный привет. Айка, мне интересно услышать про твою первую работу и первый заработок. Какой он был и с чего ты начинала? Интересный вопрос. Вроде рассказывала про это. Ну ничего, расскажу еще раз, потому что тема интересная. Вообще, когда я была подростком, у нас в школе была девочка, она занималась Эйвоном. Да, Эйвоном. В то время это было безумно популярно. Как сейчас помню, ее звали Лена. И когда она начала заниматься Эйвоном, как-то все начали немножко угорать на ней. У нее мама занималась Эйвоном. И вроде как я так поняла, что она помогала маме. И сначала как-то все начали крутить носом. В смысле, я буду у Лены заказывать? Как базарная бабка торгует. Угорали все, без исключения. А потом она как-то так расположила всех к себе. Хочешь, не хочешь, когда нечем было заняться, на перемене или какого-то урока не было, мы сидели в столовке. Лена приходила с каталогом. Прям, знаете, очень мягко так. Говорила, девчонки, полистайте, пока вам нечем заняться. И сначала мы как-то с агрессией к ней, возможно, даже это была какая-то зависть, что кто-то начал работать. Я сама начала замечать, что девчонки уже заказывают у нее кое-что. Была серия в Oriflame, ой, в Avon, Color Trend. Там были самые бюджетные, тональные, блески для губ. Девчонки начали заказывать. И заказывали, я вам скажу, немало. Это кажется нам, что мало, правильно? Например, нам давали на завтраки в школе, ну, по 100 рублей где-то в неделю. Кто-то думал, ну, ничего. Не поем в школе. Куплю косметоз. В то время еще резко начали быть популярными бьюти-блогеры в Ютубе. Очень было популярно. Все смотрели бьюти-блогеров.
и учились, как надо краситься. Ну, в общем, мы начали замечать потихоньку, что Лену уже начали всерьез воспринимать. И уже как-то все с ней сдружились. Хотя она была из параллельного класса. Она нашла общий язык со всеми своими одноклассниками и уже перешла на нас. Не знаю, конечно, где сейчас Лена и чем она занимается, но если я узнаю, что у нее какой-то крупный бизнес, она классно поднялась, я в это поверю. Потому что и в то время она была очень умная, прошаренная в плане бизнеса. Была тонким психологом и умела продать товар. С учебой у нее дела вообще не ладились, но зато были способности в других областях. В общем, уже где-то к 9 классу все уже потихоньку начали ей завидовать. В тот период консультантов Avon было не так много. И напрямую в интернете заказать продукцию было тоже невозможно. Мы просто даже представить не могли, что мы можем так же сделать. То есть сейчас, например, консультант. Зачем мне консультант? Я могу сама себе с 20% скидкой заказать всю продукцию Avon. Зачем искать консультанта? Вот. А в тот период было не так. Но тогда у меня даже мысли не было, что я тоже займусь Эйвоном или Арифлейм. Первая моя работа у меня появилась, когда я закончила школу. Уже это было в Азербайджане. Я закончила школу, у меня было как бы 3 месяца каникул. И что делать эти 3 месяца? Мне хотелось поработать. Пошла в несколько мест и сказала, что я на лето хочу прийти поработать. И меня никуда не взяли. Сказали, что ой, на лето, потом вы уйдете, мы вас всему научим. Нам невыгодно так. Потом мне подружка сказала, ты что, дурочка? Зачем ты говоришь, что ты просто на лето? Скажи, что на постоянную основу закончила школу, не поступила в универ, хочешь работать. А потом найдешь какую-то причину и уйдешь. И пошла я в самый обычный магазин одежды. И говорю, хотела поступить я в универ, не поступила. Возьмите меня на работу. Меня взяли с удовольствием. 3 месяца я отпахала продавщицы за очень низкую зарплату. Но это был для меня невероятно ценный урок. Дождик на улице. Если камера резко выключится, ребят, знаете, эта зарядка села в камере. Я думала, зарядила, оказывается, нет. Ну, в общем, сталкивалась я с разными людьми. Работать продавщицей сложно. Особенно в дешевом магазине. Меня больше всего раздражало на работе. Это то, что мы работали на процент.
У нас на работе была такая тетенька, которая тоже работала продавщицей. И вот каждый раз, когда ты что-то продаешь, были конфликтные ситуации. Она говорила, это мой клиент. До этого я консультировала этого клиента. То есть я что делала? Нахожу клиента, предлагаю ему 1000 вещей. После того, как клиент идет в раздевалку, я ему тащу эти размеры, спрашиваю, подошло, не подошло. Что она делает? Поздоровалась с клиентом, отправила в примерочную, а потом уже ищет второго клиента, третьего, четвертого. В этом магазине у нас работало 4 человека. И все трое ругались с одной. Вернее, она ругалась со всеми, что вот, вы подбираете моих клиентов и так далее. Постоянно. И у нее зарплата всегда была где-то почти в 2 раза больше, чем у нас. Мы как бы всегда старались придерживаться субординации, все-таки она старше, у нее дети, у нее, наверное, больше необходимости в деньгах. Она была разведена, у нее был любовник, и она больше всего из нас брала выходные. И при этом зарабатывала больше всех. А зарабатывала она именно на ссорах. Говорила, вот, ты увела моего клиента. Это был мой клиент. То есть мы как-то консультировали клиента, приносили размеры и так далее до того, как она купит. Она просто отправляет в раздевалку, ищет другого клиента. Отправляет в раздевалку, ищет третьего. И потом клиент выходит, например, просит какой-то размер. Я ему несу размер. Все делаю в конце, когда уже клиент покупает. Она говорит, это мой клиент. Пробивайте на меня. Почему? Потому что она у входа поздоровалась с этим человеком. Все. И человек стал ее клиентом. И, в общем, постоянно у нее были конфликты. Господи, этот телефон меня уже задрал, а. Вот реально, вроде прошло с этого момента 5 лет. А я реально даже не помню, как на лицо выглядела эта женщина, которая работала с нами. Или другая. Я помню, что вторую девочку звали Найда. Но я ее с лица не помню, прикиньте. Если я ее увижу где-то, я ее не узнаю. Иногда я иду по улице. Смотрю на людей. Я думаю, блин, где-то я тебя видела. А где именно, понять не могу. В общем, я ушла оттуда со слезами на глазах. Мне было очень тяжело прощаться с моей первой работой. У меня было такое ощущение, что я всех предала, обманула. Я не сказала, что уже 15 число, мне уже пора в универ. Я в универ первые, наверное, где-то 3 дня ходила бегом, возвращалась быстро. И шла на работу. А потом я как бы ушла оттуда. И вот эту женщину потом уволили. Спустя месяц. Руководство. Это не огромный магазин. Это не была какая-то, знаете, сеть огромная.
чтобы ее можно было куда-нибудь рокернуть. Она была старше, мы ее как-то уважали, старались поднять, войти в положение, что у нее дети и все дела. Но человек был очень властный, агрессивный. Поэтому невозможно было. На что я потратила эти деньги? Первую зарплату мы с мамой пошли шопиться. Купили дофига мне всего, дофига ей всего. Купили сумочки. Помню, 4 сумки купили на зарплату. А вторую и третью же зарплату я уже оставила, чтобы заплатить за свой университет, так как я училась на платном отделении. Куриную печенку я люблю, а говяжья что-то не понравилось. На этом все, мои хорошие. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Если вам интересно, расскажу дальше, где я работала, в следующих видео. Хотя я это уже рассказывала, по-моему, как я работала в паспорт-столе, потом в строительной компании, в магазине техники. Это все я вам рассказывала. В общем, на этом все. Берегите себя.